Это дом 34. Крайне хоть как-то здесь, конечно, урон значительный. Вот люди здесь, в подвале, видимо. Есть кто-нибудь? Да, слышу кого-то. Вперед иди. Вечер добрый. Черныш. Здравствуйте. Подскажите, как вы тут? Фамилия Зарытова нет у вас? Нет. Это вы? Да. Вы? Серьезно? Как удачно на вас попали. Вас разыскивают родственники. Да. Кто? С Криворога? Видимо, да. Да? Ага. Вот, просили узнать, как вы тут. Ну как, живу. Передать вам привет. Хорошо. Вы из соседнего дома, да? Нет, я с этого дома. Следующий подъезд. Да, следующий подъезд. Это написано, вот 36-й. Так, а мы думали, здесь никого нет уже. Все уже разъехались, остались только мы. Они разыскивают только меня или моих родителей тоже? Ну вот про вас была речь. Да, потому что, ну скажете, что родители тоже живы, они в той стороне, у родственников, ой, у соседей, потому что у них очень холодно, а мне туда некуда просто, там еще лежачего сегодня привезли. Так, а ну а выехать там до Кучаев, Донецк, такое вам не предлагали? Но дело в том, что мне никак не выехать. Во-первых, у меня контейнер тут оказался целый, неразграбленный. Я же торгую на этом рынке. Ага. Как я вот его там брошу, скажем? Понятно. Вывезти эти вещи, это нереально. Два контейнера. Ну давайте, скажите пару слов ей, им, точнее. Кому? Кто вас разыскивает? А кто меня разыскивает, хоть скажите? Ну сейчас я посмотрю, подожди.